Всем здорова, дорогие друзья, продолжаем проходить Код Вероника. И у нас... Что, игра у нас уже приближается к финалу. Вот. И давайте, что нам? Нам надо, короче, взять ключ, да, у нас здесь. Ключ, но у нас, по-моему, нет места. Да, у нас нет места, нам надо отправиться... Так, патронов нет. Отправиться... к ящику. Давайте это сделаем. Отправимся к ящику. Так. Тут у нас зомбари ползают. Так, и я к ящику. Дорога, по-моему, здесь, через эти двери, да? Мы там открыли. Так, вот сюда. Вот сюда. Так, не знаю, за эту серию пройдем мы не пройдем игру. Окей, погоди. Да хрен, да хрен собачий, а? Этот хрен собачий из стены. Да сдохнешь ты. Блин, мне так жалко патроны. Падла. Натыркало мне тут. С пистолета проще, по-моему, убить ее, чем, блин, с этого дробовика сраного. Пипец. Шесть патронов, охереть. В это говно, блин. Окей, ладно. Так. Здесь у нас еще... Надо дробовик всунуть. Окей. Так, давай. Сохранки убираем. Так, патроны для пистолета. Сейчас мы скомбинируем все. Так, это мы комбинируем. Оставляем. Оставляем. Так, что можно убрать пока? А, смотри, еще патроны. Отлично. Я и забыл. Смотри, калаш еще можно взять. Погоди. Сейчас мы все перезарядим. Так, пистолет. Сразу выбираем. На зомбарей. На зомбарей. Так, патроны. Для калаша где? Где? О. Патроны для калаша. Сейчас тоже перезарядочку. Отлично. Так. Так, сказал бедняк. Окей, давай-ка мы сейчас это выбросим пока. Пока что. Это тоже. Так, а дробаш сейчас положим. У нас тут секретик, по-моему, какой-то должен быть. Да слышь? Слышь, малыш? Отлично. Гранаты для гранатомета. Ништяк. Огненные. Есть еще что-то. И обычные гранаты. Все, больше нет ничего. Так, погоди, у нас место есть еще. Дробовик обратно забираем. Дробовик обратно забрали, короче. Так. Это сюда. Это мы комбинируем. Короче, гранатомет мы оставляем для босса. Вот. Для босяры. Так. Взять пистолет. Давайте пока так. Пока так. За ключом.
за ключом. Нам еще надо взять эти камни из глаз тигра. Но для начала сейчас мы дальше обследуем хату. Так, где у нас там зомбари? Так, давайте, мы по этой стороне шли, да? А, стой, ключ. Ключ. Этот ключ, как вы поняли, для обходного пути, короче. Там, в главном поле, в главном зале. Окей. Погнали. Так, здесь у нас зомбари нет, они с другой стороны, значит. Окей. Скомбинируем. Вот так. Сделаем большую траву. И можно скомбинировать вот эту траву. Да. Все четко. Че, патронов нет? Патронов нет. Ну давай. Посмотрим, что дальше. Так, здесь неплохо, ничего полезного. Здесь неплохо, но ничего полезного. Отлично. Заметили, комната, да, напоминает с особняка Эшвардов, которые на острове были. На это вешали одежду. Да, видите, это шкатулка такая же. Вот это, видимо, проход, короче. Вот это вот. Потайной проход. Здесь плохо, но ничего полезного. Окей. Так, ладно. Крышка шкатулки закрыта. Синий сапфир. Вот сюда вот надо нам поставить, короче. Синий, а красный будет вот сейчас в этой комнате, по идее. Если это такое же здание, как... Ну, такие же комнаты, как и на острове здание. Так, шкатулка играет. Остановить. Все. Закрыто. Нужен, короче, красный камень. Ничего полезного. Ничего полезного. Игрушки старые, Алексии. Ладно. Все, здесь больше ничего нет. Так, вы открыли дверь. Окей. Так, надо приготовиться. Наверное, сейчас здесь будет зомби. Да. Так, здесь ничего не лежит. Ничего не лежит. Так, я что, его убил, что ли? Да ладно, я его убил, смотри. С двух выстрелов. Охренеть. Это что-то с чем-то. Так, все здесь. Ничего нет, да? Окей. Окей. Так. Куда нам теперь? Остается к этой, что ли, Clarity? Туда? Ну, давай сгоняем. Как нам в холл попасть? Я что-то не понял. А, чё я туплю-то? В холл, говорю, не, как нам попасть? У нас же дверь. Так, погоди. Может, там еще наверху что-то есть? Здесь. Здесь. Я знаю, здесь разрушено все, но может какая-нибудь трава или патроны лежат. Все может быть. Хрена с два. Ничего нам тут разрабы не пихнули. Жматяры. Так, окей. Окей.
Бежим, короче, к Клэр. Она должна нам, короче, по-моему, что-то передать будет. Клэр? Это ты, Клэр? Крис? Нет, дверь не открывается. Эй, Стив с тобой? Стив is dead. Стив? Послушай, Клэр, мы должны выбраться отсюда. Послушай, Клэр, ты можешь зачем открыть тебе ее изнутри? Стив, если у тебя есть Крис? Нет, я не могу. Да не откроешь ты нихера. Крис, где-то тут должна быть система самоуничтожения. Если ты ее активизируешь, все электронные замки могут быть отключены. Да, вот она папочку передала. Все четко. Так, зомби там вылезет, нет? Так, посмотрим. Файл охраны. Там внутри что-то есть. Я понимаю, что что-то... А, во, открыл. Да, карта охраны, понятно. Так. Карта охраны. Погоди. Для начала. Идем, короче. За глазами льва, короче, за этими, за камнями. Карту где-то здесь надо будет активировать, по-моему. Так. Где-то в этой комнате, по-моему. Ах ты ж, блин, наверное. А, ну все нормально. Все нормально. Ключик исчезнет. Все будет ништяк. Короче, зомбари хоть не надо будет мочить, короче. Которая толпа целая там. Так. Взять. Левый. Один взяли. Погоди, а теперь правый надо. Ну правый. Ну давай, пофиг, съедаем аптечку, короче. Все, отлично. Целый набор у нас теперь есть. Теперь возвращаемся к шкатулкам. Вот. Ой, друзья, что-то чувствую я у нас сегодня финал. Чувствую, будем, короче, потеть над финальным боссом. В смысле? Ребята, вы откуда здесь взялись? Вот это да? Они респанились? Давай. С калашом. Готов? Отлично. Нормально такие взяли. Появились по новой. Я что, зря убивал, что ли? Так, окей. Сюда синий.
Красный сейчас положим. Возьмем пластину. Короче, те же махинации, что мы делали, короче, в этом, в особняке Эшфордов. Вот. Все, пластинку берем. Отлично. Теперь пластиночку сюда ставим, в эту шкатулку. Слушаем. Все четко. Все четенько. Так, да, по-моему, сейчас мы возьмем ствол этой стрекозы, короче. Вот. Все будет четко. Нам останется только... Патроны есть, нет? Нам останется только... Так, ничего полезного. Положит мужчина на полотне большой порез. Окей. Нормально, в чаше с овсянкой. Стрекоза. Окей. Смотри, патроны. Для пистолета, ништяк. Это пригодится. Патрон для пистолета — это хорошо. Сразу выбираем. И аптечки еще. Блин. Аптечки, аптечки. Все, больше так вот не перемешать, да? А можно взять и сразу перемешать? Ты не можешь брать предметы, использовать. А зачем мне использовать? А может, блин, жалко, что нельзя вот так взять и одну в одну, короче, сразу перемешать. Ну, ладно, нет так нет. Не выкидывать ничего неохота, съедать тоже ничего неохота. Вот. Так, окей. Здесь все четко. Теперь, короче, идем к ящику. Идем к ящику, короче. Сразу берем вооружение, там вот это все, короче, комбинируем стрекозу. Окей, так, что мы оставим, что мы выбросим? Давайте, наверное, нам надо кучу аптечек, короче, будет. Давайте, наверное, пистолет убираем. Сейчас. Делаем так. Пистолет убираем. Скомбинировать, отлично. Так. Вот это берем. Наверное. Так. Берем вот это. Что еще-то взять? Кислотных бы, блин. Ладно, мы вернемся. Мы еще вернемся сюда. Взять. Так, нам бы патронов, да, блин? Или хрен с этим калашом, короче, наверное, берем пистолет нахер, чтобы места было побольше, да? Пистолет.
Ищу аптечку. Не, давайте кислотные возьмем. А аптечку уже вернемся еще раз на обратном пути. Все равно будем мимо этого прохода пробегать. Вот. И возьмем аптечку. Я думаю, не знаю, 3 аптечки нам хватит, я думаю. Так. Так, погоди. Где у нас там? Похоже на пульт управления. Карту-то где нам пихать? Вот здесь. Короче, где-то здесь, вот в здании, надо карту пихать. Похоже на пульт управления. Вроде как. Ничего подозрительного. Или не здесь, или... Или, или туда Клэр бежать. Ой, опять не туда пошел. Ой, блин. Вот я тупарь, а. Так, я заблудился. Вот сюда. Сюда бежим к Клэр, короче. Наверное, стрекозу поставить надо. И там в здании будет, ну, ключ управления. В зомбаре это, кстати, не вылазит. Странно. Открыли дверь, все отлично. Да, вот сюда, вот сюда. Блин, забори. Так, сдох. Отлично. Того, короче, не трогаем, пускай он там ползает. Вот, вот здесь у нас. Запуск системы уничтожения. А, кто там? Вероника, да? Пожалуйста, видите код. В. Е. Р. Вер. О. На. И. Через С, по-моему, да? Доказательство прогресса. Все отлично. Все дверные замки открыты. Этот комплекс взорвется в течение 5 минут. Ну, а этом зомбарь побеждает. Все двери Зачем открыты. Он Все, 5 минут. 5 минут. 5 минут. Это много или мало? Ты сделал это! Конечно! Все, короче. Давай! Пора убираться отсюда! Финальная битва. За аптечкой мы не пошли. Не сможем уйти. Ну, друзья. Готовимся. Что
что мы будем делать? Ух, у меня аж потряхивает. Хорошо. На счет три одновременно поворачивай ключ по часовой стрелке. Есть! Есть, сэр. Раз. Два. Три. Да давай его уже. Начало подачи энергии. Внимание! Ох, я система почему-то, безопасности не будет подключаться раньше. До полного первый завершения зарядки. Я задержу ее. Беги к аварийному лифту. Крис, но... Я сам разберусь, беги. Ты должен это сделать! Не умирай! Будь осторожен, не умирай. Держи. Я первый раз, когда играл, короче, это... Затупила она, короче, Клэр убила. Это я помню момент. А вот сейчас будет сложно. Сейчас будет... Сейчас нужно выбирать, короче. Гранатомет. Вообще со всего, что есть. А есть у нас не так много. Так, давай-ка минируем вот эти. Погнали. Тварь. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Напрыгали там на меня. Да... Да стойте! Дайте мне выстрелить-то, падла. Во. Да... Задрали, а? Жесть. Отравлен! Да. Падла. Да просто не дают ни хера сделать. Вообще я херею с этого баяна. О, да ладно. Да ладно, блин. Но мне там жопа уже. У меня вообще кринды. Кранды. Кранды. Я не знаю, получится просто на последнем дыхании. Оператора закалывает. Надо пушку убрать. Я не знаю, надо, короче, целиться сейчас будет. Я еле живой просто. И на аптечек ни хрена нет. Все, кирдык наблевала сверху на меня. О, жесть. Так, давай. Победить эту тварь можно. Можно. Но сложно. Без этого. Так, погоди. Отвалили. Да.
Без магнума это жестко, конечно. Ах ты тварь. Ах ты тварь. Да блин, задрал меня со своим членом там махать. Так, комбинируем. Пошли вон! Вон пошли, сказал! Так. О, жесть. Так, комбинируем, комбинируем, берем. Падла. Я попадаю по ней, нет? Давай, сдохни, ну сдохни ты уже, давай, трансформируйся, падла. Есть, отлично, отлично. Так, окей, мы это видели. Мы это уже видели. Давай. Сейчас нам надо попасть по ней. Сердце просто колотится нахер. Короче, чтобы... Yes! 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 Я попал в тебя, тварь! Я тебе сделал нахер! Соси! Не, ну с этим, с магнумом было намного проще просто. Крис, где ты? Чпок, 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 чпок. Не знаю, обоймы, наверное, хватило с магнумом. Трансформировалась в эту летающую херню. И с этой пушки. Добивать ее. Крис! Эй, ты же знаешь, что я сдерживаю свои обещания. Крис, пообещай. Прошу, пообещай мне, что ты опять не оставишь меня одну. Прости, Клэр, но это еще не все. Мы еще должны кое-что сделать. Ты говоришь о... Да, пришло время расплаты. Мы должны уничтожить Амбреллу. А теперь давай покончим с этим раз и навсегда. А я думаю, где взрыв там будет эпичный там в конце. Обычно. Как обычно в серии Резидента. Ну что, друзья, прошли мы Код Вероника. Вот. Игрушка довольно продолжительная была. Вот. И я хочу сказать, это одна из крутых серий Резидента, которые вот были, да, на уровне прямо вот этих вот классических первой части, второй, третьей, да, вот. Прям ух! Но на этом мы и заканчиваем, не прощаемся с серией Резидента. Вот, будет очень много видосов по серии этих игр. Вот. Дальше по хронологии будет Gun Survivor, Код Вероника в этой же вселенной. Только помните, да, Gun Survivor проходили первую часть первого лица, там, где была. Вот. Это вторая часть, это по Коду Вероника, тоже, по-моему, на первого лица. Вот. Но в нее я вообще не играл, я только видел, слышал, не играл. И считается она как бы провальной. Но мы все равно играем по хронологии, и она должна быть на канале. Вот. Также именно Код Вероника будет у нас расширенное издание, еще будет проходить Код Вероника X. Там новые сцены, которых здесь нет. Вот. Всякие фишки, графика там, по-моему, улучшена. ДТП.
Ну и текст там будет уже хороший перевод. Так что ждите. Ну и помимо прохождений серии игр будут всякие видосы, обзоры, там секреты, бестиарий по этих монстров, там резиденты, короче. Планов много. Также будет происходить все с другими серии игр, там типа Silent Hill, Кризис и тому подобное, короче. Так что ждите, контента планируется много на канале, всякого разного. В ближайшее время еще будут обзорчики, видеоадаптация обзоров от Питбоя, его текст, мой монтаж видео. Ну, читать, как бы, текст буду я, тоже, который видели, да, я ВКонтакте в группе выкладываю обзоры его. Вот по этим обзорам будут видосы. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Комментируем, не забываем. С вами был Олег.